пресс-конференцию. После вы сможете задать короткий комментарий тренеру по поводу игры, вопросы и просьбу сразу опять еще раз представляться. Давайте уже эту группу по очереди задать вопросы. Ну, по поводу комментариев, матч. 3 очка выиграли, вы как? Слава Богу. Надо не ошибки. Второй год подряд. Первые 15-20 минут. Команда выключенная, естественно, претензии ко мне. Почему она такая выходит? Ну, разбираться той плану. Ну и то, что пропускаем в каждой игре. 5 игр подряд в каждой игре пропускаем. Это не рад. Можно вопрос. Александр Евроспорт. Валерий Георгиевич, а чем объяснить такое большое количество браков для команды? Очень много мячей улетало просто в аут. Особенно после прежних передач. Я про это говорю. Чем можно объяснить футболист? Премьер-лиги не может отдать пас. На 10 метров либо остановить. Не знаю, что объяснить. На идеальном поле народ. Еще вопросы? Роман Романов, «Свобода слова». Оцените, пожалуйста, готовность Саенко и Майдана. Смогут ли они в ближайшем матче выйти на поле? Хотя бы на замену. Ну, Саенко уже был в запасе до матча. То есть, в принципе, за дубль же играл. Какое-то время, возможно быть, Майдана приступил не по поводу колена, по травмам, по сзади поверхности. Майдан приступил на этот день только. В Кубок общего уровня тренировался. Возможно, в следующей игре, возможно, подойдет. Возможно, вы все-таки вместо Аверина какой-то альтернативный вариант, первый вопрос. И второй вопрос. Ребята молодые, которые в команде остались, то есть Советкин, Динеев, ну, 4 человека. Насколько шансы у них попасть в состав? Какой состав? В основном состав команды. Шансы как всегда, у всех есть. То есть работы не нужны вам в команде, или они просто остались, потому что их как бы не удалось отдать в аренду? Советкин, потому что мы, опять же, кому четверо сказали? Советкин, Денис Ильич. Лугачев. Кто? Лугачев. Лугачев травмирован до сих пор, допустим. Денис тоже еще из них остановился, после травмы не может. В советском команде, если было предложение какое-то, естественно, нужно, чтобы он играл. Живот, что-то еще. Так остался в команде, естественно, будет работать, доказывать. Что еще? По поводу альтернативы какая-то тут у нас. А зачем? Зачем альтернатива? Брак, по-моему, обработку мячом. Ари? Разные игры мы смотрим. Есть единственный, по-моему, футболист, у которого брака нет при приеме мяча, у которого мяч прилипает. По мне, не знаю, это другой груз мой. Он с 3 метров не попал. Нет, подождите, одно дело с 3 метров попал, другое дело при обработке мяча. Перезон ему пас, когда отдал, он перекладывал с нами. Нет, так он не обработал, или не попал, или не ударил, или еще что-то. Уже другой вопрос. Еще вопросы? Представляете? Спортбук, спортсру. Валерий Георгиевич, а с чем связано решение о замене диктора на стадионе? Давайте касающиеся вопросы задавайте игры, давайте о футболе разговаривать, пожалуйста. Еще вопросы, касающиеся матча, есть у кого-то? Все-таки еще раз по началу, да, вы сказали, что непонятно. Это действительно непонятно, почему так не собрано вышли. Вроде интервью там кого-то, не помню, из бразильцев перед игрой, там, вы как знаете Терек? Да, мы знаем, там, кавказская команда, они сначала, если их там нажать, забить, то они разваливаются и так далее. И тем не менее выходит, я начал считать браков передач первых, там просто бросил после 10, такой совершенно не собранный. Все-таки чем объяснить? Как? И второй, что там еще? А почему-то Яраник там 3 раза начинает тоже пытаться начать отбраться, но не его дело, обрезание это самое. Значит, где-то тут надо строить какой-то. Кто-то должен начинать другой. А давайте у них спросим, вот у них спросите, вот будет у них на вас футболист. Вот у них спросить, чем это объяснить, я говорю, там будет разбираться, моя вина. Раз там пас на 3 метра, на 4, на 5, на 10, на 20 не могут на ровном поле, а это моя вина. То, что выходит вторую игру подряд, только в 20-й минуте просыпается,
Естественно, опять же, моя вина. Значит, дальше не донес, не достучался, не смог донести, что надо выходить. С первой секунды на 100% или на 120% готов. Потом, естественно, сложно отыгрывать. А что больше всего понравилось, что больше всего не понравилось без «Спартака» в сегодняшнем матче? Мне понравилось, вы уже сказали, что очень понравилось. Первые 15-20 минут, сумасшедшее количество брака на ровном поле. На скользком, хорошем ровном поле. Вот это прежде всего не понравилось. Понравилось то, что до конца все-таки бились, дожали все-таки до конца. Последние минуты на все 9 забили. 3 очка работает, больше ничего. Чьи вопросы? Радуют болельщики еще. Болельщики радуют. Все. Спасибо большое.